Фигуранты дела Хизбут-Тахрир рассказали об ужасных условиях содержания в ростовском СИЗО. Накануне, во время перерыва в судебном заседании, они сообщили журналистам, что не получают писем и новостей. Камеры маленькие, в них с трудом можно разминуться с другим человеком. Основная проблема питания. Крымским татарам предлагают еду со свининой. Мусульмане питаются только тем, что им передают родственники. Адвокат Эмиль Курбединов не смог попасть в СИЗО к заключенным из-за сложной системы пропусков. Это абсолютно политизированное дело, абсолютно по надуманным основаниям. Нет ни одного доказательства, прямого либо косвенного, которое было добыто в соответствии с законом, которое бы подтверждало хоть какую-либо причастность к той или иной организации. Есть лишь запись, где ребята обсуждают политические моменты, обсуждают влияние средств массовой информации, обсуждает репрессии против мусульман в Российской Федерации. Вот это есть. А остальное все просто в нарушении всех мыслимых и немыслимых законов было подшито к этому делу, и обвинение пытается это представить как какое-то такое доказательство весомое.